в этом замечательном зале и является самым родным, самым нежным, самым прекрасным мама. Как я хочу, нить времени порвалась, чтобы услышать снова голос и обнять, прильнуть к тебе, как в детстве, боль души унять, и не стыдясь слезы, про все тебе сказать. Как легко мне было, как был долг путь, как в трудный час мне не хватало твоих рук, твоей улыбки, твоих самых нежных глаз. Прости мне, мама, я не все сумел сказать. Твоих волос коснулась седина. Хочется уснуть.